что водитель вам принес? Ничего водитель не приносит. Ну, видно же все на видео. Ничего водитель не приносит. Что вы дурака клеите? Я говорю, что я снял, только что специально развернулся, остановился. Вы багажник закрывали. Что, ничего? Я багажник закрывал, ты при чем тут? Что там багажник? Для чего вам багажник? Для того, чтобы увидеть, что вы взяли. Ничего я не брал багажник. Для чего вам багажник? Для того, чтобы посмотреть. Я повторять больше не буду. Я серьезно говорю. Вы будете открывать багажник или нет? Нет. Не будете. Нет. Вы отказываетесь. Да? Да. Хорошо. Маленький ребенок. Ну, так что торговался, скажи мне. Ну что, друзья, приземлился я в Вильнюсе, прошел час полета. Как видите, погода здесь не такая радужная, как в Киеве. Я уже прошел паспортный контроль. Сейчас меня на улице ждет уже машина. Сегодня поставить машину на учет, зарегистрировать ее в Литве стоит 14 евро. Данный автомобиль мой. Для того, чтобы оформить на меня, стоило 14 евро. Вот здесь касса. Мне выдали квитанцию, я пошел и оплатил. Это цена на сегодняшний день. Очень, конечно, удобно это будет девушкам делать в Литве. Я не представляю, как они, честно говоря, заправляют газ. Хрен знает. О! У меня супер заправщик. Курва, мать, что ну, вскочив чуть машину, не да? А пана решили оставить? Что оставить на месте пана решили? Ты там еще, это то есть. Он заехал так, и вы его оставили. А скон я вижу, как он заехал? Ну, он оттуда же ехал. Я бачил то, а он говорит, что вы все ехалище. То есть ему можно, он поляк, а нам нельзя, потому что мне нельзя. Я правильно понимаю? Послухай. Но меня вы развернули. А что еще сделало? Скажи, бо я не понимаю. Я объясню медленно. Я не сказал, что поляк сделал добре. Я не бачил. Я только скажу, я сказал, что он приклинал. Я то слышал, бо я шел до него, как он приклинал. Я не бачил, как он ехал. Я не вим. Вы можете говорить так, он говорит так. Два талончика. Угу. Пытается сразу же. Да. Все, спасибо вам большое. Хорошо вам добраться домой. До встречи через год. До свидания. Трасса Одесса-Киев, Киев-Одесса. Участок это где-то 180-190 километров. Не доезжая города Одессы, автомобиль, вот Мерседес на огромной скорости по свидетельству очевидцев и людей, которые пострадали в этом происшествии. У кого есть информация по поводу того, чей это автомобиль, кто на нем перемещается, пожалуйста, пишите в комментариях, будет очень интересно узнать, что же это за водитель. Детская машина. Ужасный удар, ужасный. Здравствуйте. Слушайте, а можно посмотреть вот этот момент, как он пролетал тут у вас на видеонаблюдении? Вот этот вот Мерседес. К сожалению, нет. На каком видеонаблюдении? Ну, у вас камеры стоят, которые на посту фиксируют. Скорость? Не скорость, сам момент, вот когда он пролетал. У нас здесь не было. Ну как, вот у вас камеры уже стоят. Свет нет. У вас там просто забытый. А машина твоя или не твоя? Ты хоть не украл ее?
нет, это шеф. Можно, пожалуйста, без комментариев? У тебя шеф работает в прокуратуре, сколько я понимаю. Я отказываюсь. Так вы признайтесь честно, вы подойдите, скажите. Мы водитель, мы вас зупинили для того, потому что мы... Вот такие вот деревянные. Нам руководство, к сожалению, не доводит информацию о новшествах.